Армении, вот он совершенно классную вещь заявил, Никола Пашинян, он объявил, что там второй этап армянской революции, он блокировал суды, он призвал людей блокировать суды, почему? Потому что они не дают ему бороться с коррупцией. Многие считают, что это такая опасная вещь, ну потому что, ну ты сегодня блокировал суды, завтра блокировал еще что-то, а послезавтра ты превратился в узурпатора власти, но тем не менее. А он сказал, что будет бороться с коррупцией, и он идет в этом направлении. Он, например, объявил, что снимет с должности всех судей, у которых есть решения, отмененные в Европейском суде по правам человека. Я просто аплодирую Пашиняну. Правильно он это сделал. Большой молодец. В России мы сделаем это то же самое. Но мало того, мы еще и посадим всех судей, которые принимали те решения, признанные Европейским судом, нарушающими нормы правосудия. Вот так нужно делать. И в этом смысле то, что происходит в Армении, дает большую надежду. Это классно.